Привет! Да, привет! Вот мы к нам в гостях у Лисы и Егора. Мы сегодня будем делать зайчика. Да, еще мы будем делать зайца 3D. У меня зайчик тоже. Аппликацию. И у Алисы зайчик тоже. Да. У Алисы зайчик будет смотреть, как вы будете делать аппликацию из зайчика, да? Да. Ну, нет, давайте. Не из зайчика, а будем делать зайчик. А, будете делать зайчика. Я сама буду аппликацию. Да. Аппликация 3D. Интересно, что это за аппликация такая будет? Ну, так вот, типа... А у Алисы что, зайчик в кепке, что ли? Да, и с соской. И с соской? Да, как малыш. А где соска у зайчика? Вот. Он соску сосет, что ли? Да, маленький. Ну, у тебя зайчик приколистый. Соску сосет зайчик. Да. Он что, совсем маленький, что ли? Да. Да? Вот какой зайчик. Ну-ка, да. Покажи, что там получилось, что там на этом. Вы будете приклеивать туда, да? Да. Ну-ка, покажи. А, там зайчик нарисованный. Ну, я. Там его будет больше живого. Ну, Алиса, ты тогда Егору помогай. Да. Вот эти вот фигурки вы, это да. Вытаскивай, а да? Тут? Егор, проси, чтобы она тебе и фигурки эти вытаскивала. Так, тогда и голову, так-то. Вот так. Давай сами вот эту большую. О. О. Так вот. Ну, ты все белые Егора повытаскивай, чтобы ему быстрее было делать, да? И рядом складывай. А Егор будет делать. Так, тут... Они не липучие. Не липучие? Нет, они не прилипают. Так, а потому что Егор потом будет отрывать их. Вот эту клейкую... Белые все буду... Основу. Я все выклеиваю белые. Все белые? Ну, да. Все. Давай, Егор сейчас тоже белые все сделает. Так, а что там у Егора, не получилось, что ли? Оставишь последнее. Последнее? Сейчас, соответствует. Ну, давай я сюда. Так, а зачем ты, Егор, отлипаешь? У меня тут не получилось. Ну, ты аккуратно один раз наклеивай, потому что потом она растягивается и некрасивая уже будет. Поэтому старайся сразу, чтобы было красиво и аккуратно. Лицо вот какое. Лицо. Алиса, а что ты про зайчика про своего расскажешь? Как зайчика этого зовут? Мэг. Мэг? Да. Что за имя такое интересное? Мэг. А? Как мучки я смотрела Лома и Диана, как Ломчик говорил, что капкейк-бэг. Ой, что-то ты интересное такое говоришь. Ломчик говорит, что это КПК. Да? Да, зайчик. Ясно. А ты нам песенку не хочешь спеть про пальчики? А, Алиса? Нет. Про пальчики не хочешь песенку нам спеть? Ну, нет. Почему? Мы так хотим песенку твою послушать. Я раю иду, папа там, мама фингалет. Вот я сама уже отлепила. На белое. Ну, не надо, Алиса, туда. Это Егор будет прилеплять. Это что такое? Это вот тут, это усики. А, это усики? Да, усики. Давай. Еще один. Еще один. А, там на картинке даже рисунок есть, как его делать, да? Маленький. Ну, здорово, тогда вы быстро сделаете. Алиса усики все отлепляет? Да. Ну, молодец. А я все усики прилепляю, отлепляю, прилепляю. Ой! Они должны прилипать к столу. Ну, так понятно, они тебе к пальчику прилипли, поэтому к столу не прилипают пока. Ну, что там? Усики зайчику делаете, да? Да, я пока прилиплю на белый. А вот не надо, Алиса, туда прилиплять, ты Егору сразу. Усиков нету. У него соска зато есть. О, все, он пососал соску и выплюнул. Нет, ну, он что, такой маленький, что соску хочет сосать, да? Да. Ой, какой зайчик Мэг. Он такой с кепкой. С кепкой? Прикольная у него кепка. Ну-ка, покажи кепку нам. Она Микки Маусная. Вот. Микки Маусная? Так она, мы не видим Микки Мауса. Покажи. Вот. Так ты кепку покажи. А, вот, Микки Маус. Да, написано прикольная Микки кепка. Маус. Это Алиса своей кепкой с зайчиком поделилась? Да. Ну, здорово. Я тоже ушки не успела. Так, что у нас тут дальше? Так. Так, зайчика уже, ну, наверное, там носик нужно делать и ротик, да? Ну, да, давай
ноги. И ушки, чтобы уже голова была готова. Да, просто дай. Просто тут, какой тут ножик? Вот этот ножик, так, вот так. Вот этот что ли ножик? Вот этот ножик? Угу. Ну, вот ты пока ушки делаешь. Не, Тайса. Ножик, да, посмотри, да, вот это вот лепляй. Вот у меня они все сошли. Егор, ну делай пока ушки, пускай она отлепляет. Так, где ушки? Ну вон, ты же уже ушки ему сделала. Ему только приклеить и все. Так. А Алиса нам песенку хочет спеть, да, про пальчики? Да? Это мне все. Алиса. Так, а где вот ротик? Постой, дай с ней тут. Алиса, споешь песенку про пальчики? Да. Ну почему? Стой. Это не его ротик где-то, походу. Так, а где вот тут ротик? Вроде желтый он. Не оранжевый. Так. Нашел тут ротик. Может, у него тут ротик оранжевый? Ну, допустим, вот так. Дай с ней, посмотри, нашел там тут свою тесть. Дай. Я нашел там тут, у него ротика нет. Так что давай вот этот кружочек. Кружочек, да. Нашли ротик у зайчика? Да. Наконец-то. А то зайчик мог без ротика остаться. Хотя на картинке тут желтый, но нашел там мы не нашли ротика. Вот что у нас пока получается. Ну, красота получается. Ну, делайте ушки теперь. Так, а ушки тут каким цветом? Ну, белым, вон же они. Белым? А, вот это? Да. Вот они, ушки. А у Алисиного зайчика какие ушки? Вот такие длинные. Длинные? Ну-ка покажи, какой они длины. Здорово, такие длинные ушки. Они бывают вот здесь белые и вот здесь золотые. Да? Да. Это все мне. Это все тебе? Да. А как этого зайчика назовем? Кэбэк. Прыг-прыг. Кэбэк? Прыг-прыг. Что это за кэбэк такой? Прыг-прыг его назовем. Прыг-прыг-прыг. Так зайчика назовете? Нет, прыг он называется. Прыг? Да. А мы назовем его прыг-прыг. Нет, или тро-троица мы его назовем как? Нет, прыг-прыг. Ну давай прыг-прыг. Тро-тро это, по-моему, ослик из мультика. О, да. Из какого-то. Да, из холодного сердца. Нет. Холодного сердца там вообще другие герои. А Тро-Тро это мультик какой-то есть, вы который смотрели. Нет. Вот эту, кстати, большую. Какой? Вот эту. Давай. Ну что у вас там? Ушки? Да. Оранжевые и белые. Оранжевые и белые? Да. Но они должны быть... Вот что пока получается, что-то зайчиком. Красивый зайчик получается. Тут ротик тут переклеил, вот слишком как-то. О, теперь по. Что там еще зайчику осталось делать? Ну ему тут, ну что-то надо. Так, что? Так, что тут у нас дальше? Это тело, наверное, у него будет. А что сначала тело? Тут у него много всяких разных деталек. Так. Оранжевый. О, тут. Да. Стоп. Так, ну у нас сейчас нужно будет желтое на бубенцы. Да. Или нет? Нет. Нет. Вот это все. Сначала тело, да? Да, сначала тело. Сначала тело, потом все остальное. Алиса, у тебя зайчик уже сосочку пососал? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет, он пососал? Плачет еще. Что? Плачет еще? Да. Мне кажется, он уже сказал, все, хватит мне сосочку. Нет. Давай мне кашку. Нет, это еще пососать соску. Еще хочет соску пососать? Он да. Такой маленький малыш зайчик? Да. Так вот, что тут подальше? Такой мягенький. Такой мягенький? Да. И пушистенький? А он спит, наверное, еще, да? Да, умеет спать. Ну, Лили поставили ушки, языки, потолики. Да? Да. Лили тоже спит еще? Да. Лили кто это? Это называется My Little Pony. My Little Pony, Лили? Да. Спит? У тебя на кроватке? Да. Ну, она Лили...
кошкам в языке всякие глазки. Да? Да. А зайчик этот? Тоже. Тоже? Нет, только пупсики. Только пупсики? Да. А пупсики где твои? Тоже спят? Да. У тебя на кроватке спят? Да. Пупсики называются югучини. Да? Да. Здорово. Ну что, все? Зайчик уже за это... Завершаете зайчика делать? Нет. Так, теперь ему тут красный. Так, дай-ка ему тут вот этот. Нет, я! Пузико большое. Это что такое? Пузик. Пузик? Да. Зайчик толстый, что ли? Пузик такой большой. Да. Да? Он у нас толстяк. Морковки объелся? Да. Да, он такой толстяк. Смотрите, какой он толстяк. Да, походу вот тут вот еще. Ну что там еще остался? Бубен сделать и ножки? Там тут еще остается только один тот. А это что такое? Это такой кебек. Кебек? Ну да. Что это такое кебек? Это кебек, это такая машина. Машина? Кебек? Да. Да. Интересная машина. Я про такие машины не слышал еще. Да, ну давай. Ох, вот так вот. Вот это бубен себе дай. Да, вот это бубен. Только осталось вот этот кебек. Вот этот кебек остался? Да, кебек от зайчика. Угу. Да. У нас будет зайчик котов. И мы Hello Kitty сейчас будем делать. Hello Kitty будете делать потом? Да. Угу. Она бывает с сальками розовыми. Она бывает еще с маленькой. Kitty тоже еще маленькая? Да. Только вот эта отклеивка. Ну, отклеивай. Давай. Вот так вот. У нас пока что получается. Ну, давайте, заканчивайте уже. Так, что у нас тут осталось? Так, а это... А, да, этот бубен вот так вот. Посерединке. Так. Ой, тут завитушка. Что, завитушка. Завитушка? Да. А для чего это завитушка? Она не для чего, она тут лишняя как бы. А-а-а. Красные закончили, так вот мусор отодвигаем. А ножки как мы идем? О, вот это вот. А ножки-то где у зайчика? Ой, да, сейчас сделаем, забыл. Зайчик без ножек, что ли, у вас нет, получился? Нет, сейчас мы сделаем ножки. Только ножки остались и все. Нет, тут не только ножки. А что еще? Много сейчас. Мы еще сделали... Ну ты нам песенку-то спой под конец. Мы еще сделали зебру. Зебру? Ну зебру-то вы давно уже делали. Посмотрите на меня. А ты не упади. Я не упаду. А то сейчас упадешь и грохот будет стоять. Нет. Да. Нет. Все лишнее, что ли, там ты убираешь? Нет. Мне кажется, там красненькое еще что-то осталось. Да, красненькое. Нет, с другой стороны. Привет. То, что ты убрала. Вот то, вот это. Все? Нет. Зайчик готов? Нет, так, вот это лишнее. Так, это тоже. Так-то тоже. О, вот это. Это что такое? Да, о, чё. Да я тут чуть ли ещё не порвала. Вот это бимбус. Это что такое? Это бимбус. Это что такое бимбус? Это бимбус, такие конфетки. А, конфетки такие? Это такой бимбус конфетка. Да. Здорово. Смотри, няня. Все, зайчик готов? Да, если осторожно, сейчас все поломаешь. Я хочу. Нянечка мне не дает. Ну да, тут пусть. Ну там аккуратно нужно было, а ты можешь порвать. Поэтому Егор и взял сам. Я хотела сама. Лапку сейчас надо отклеить, потому что тут... Я хотела все сама. Ну ты и так все сама отклеивала. Ты же все сама поотклеивала, да? Нет. Нет? Ты песенку нам будешь петь? Нет. Почему? Потому я только завтра вам
спою. Завтра? Да. Ну, спой нам уже сегодня. Мы сегодня хотим услышать песенку. Давай. Я вам завтра спою. Ну, давай спой нам сегодня. Нет, я хочу завтра. Ну, спой сегодня. Нет, я хочу завтра. Спой сегодня. Нет, я хочу завтра. Но мы сегодня хотим послушать. Так, а это тогда что такое? Это все, отлично. Все, зайчик у вас готов. И музыка. Да? Ну все, показывайте, что у вас получилось. Какой зайчик у вас получился замечательный. Ой, какой красивый зайчик получился. Зайчик с бубенцом, да? Ну что, всем говорим пока-пока. Подписывайтесь на канал, в гостях у Лисы и Егора. Всем пока-пока, ставьте палец вверх. И не забудьте оставить комментарий.